Ситуация на рынке прям идеальный пример для обучающихся торговли на Форекс, демонстрирующий реакцию котировок на разного рода события. После того, как несколько недель котировки были движимы политическими новостями относительно развития торговых отношений США и Китая, а также США и Ирана, вчера мы наблюдали реакцию трейдеров уже на макроэкономические данные. Иена выросла после итогов заседания Банка Японии, а вот сегодня уже графики торговых инструментов не безразличны к общественно-социальным проблемам. Миру грозит эпидемия коронавируса. В то время как фондовые индексы опустились, доллар в качестве валюты Тихой гавани пока воздерживается от резкого подъема. Индекс USDX, демонстрирующий силу доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, пока находится вблизи двухмесячных максимумов у отметки 97.65. Китайские власти призывают сохранять спокойствие, и инвесторы к ним, как мы видим по графикам, пока прислушиваются. Пекин уверил в способности сдержать распространение коронавируса и принимает усиленные меры по устранению эпидемии. По последним данным, этим вирусом, вызывающим вспышку пневмонии, заразилось около 440 человек и 9 скончалось. И все же можно найти признаки неопределенности и некой тревоги трейдеров. К примеру, если посмотреть на котировку пары доллар-иена. Тут график колеблется в довольно широком торговом диапазоне между отметками 109.80 и 110.05. Стоит также отметить, что график дошел до ожидаемого нами уровня на 109.74. Теперь, после некоторой передышки, ждем возвращения продавцов и попыток пробиться к уровню 108.50 в среднесрочной перспективе. А вот австралийский доллар на пути к нашей цели, что установлено на уровне 0.6816, столкнулась с сопротивлением на 0.6830. Это шестинедельный минимум по Ауди USD. Скорее всего, котировка так и останется под давлением в ожидании завтрашних данных по австралийскому рынку труда, которые могут стать очередным подтверждением слабости экономики зеленого континента, так нуждающейся в снижении процентной ставки. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!